июне 2009 года профессор Юго-Западного университета национальных меньшинств Ян Дямин принял приглашение для участия в выставке нематериального культурного наследия, проходившего в городе Чэнду. Выставка собрала многочисленных народных умельцев со всей страны. Их великолепные представления традиционных ремесел не оставили людей равнодушными. Ян Дямин никак не мог ожидать, что на этой выставке он вдруг увидит предмет давно уже утраченного традиционного тибетского мастерства – маску из глины, лекарств и трав. Мастера, изготовившего эту маску, зовут Сылун Дянце. Он родом из Гардзе Тибетского автономного округа провинции Сычуань. В этом году ему исполняется 60 лет. Еще подростком Сылун Дянце начал учиться мастерству изготовления тибетских масок из лекарственной глины. К настоящему времени занимается им уже более 40 лет. Маску из лекарственной глины еще называют тибетской маской. Процесс изготовления этой маски таков. Тибетские лекарства, травы китайской медицины измельчают в порошок и смешивают с глиной. Маска из пропитанной лекарствами глины обладает рядом характеристик. Она не гниет, не выцветает, не пачкается. В тибетской культуре ее история насчитывает уже не одно столетие. Мастерство ее изготовления на протяжении многих лет передавалось из поколения в поколение лишь в устной форме. Традиционный способ изготовления глиняной маски всегда оставался неведомой людям тайной, поэтому это изделие приобрело мистическую окраску. Техника изготовления масок из лекарств, трав и глины пережила долгие годы перипетий. По мере появления тибетской бумаги и холщовой ткани на смену ей постепенно пришла техника производства тканевых и бумажных масок. И традиционное ремесло изготовления глиняной маски кануло в лету. На протяжении нескольких лет профессор Ян Дямин занимался исследованием истории и культуры тибетского народа, а также технологии изготовления тибетских масок. Он побывал практически во всех районах Тибета в поисках ремесленников, однако все усилия его оказались напрасными. Познакомившись случайно на выставке, Ян Дямин и Сылун Дянце очень быстро подружились. В беседах Ян Дямин постепенно начал по-новому понимать и мастера, и его ремесло. Большая часть членов семьи Сылун Дянце – ремесленники. Его дядя был очень талантливым человеком, снискавшим местную славу. Его техника изготовления масок была особенно утонченной. Пожалуй, благодаря влиянию семьи, глубокий интерес к глиняным маскам у Сылун Дянце появился еще в детстве. Секреты изготовления маски из глины лекарств преимущественно передавались из поколения в поколение двумя способами – между членами семьи и от наставника к ученикам. Других до секретов не допускали. Первый шаг в изучении мастерства изготовления маски – освоение техники ваяния. Это также основа для создания маски из лекарственной глины. Историю тибетской лепки из глины можно проследить вплоть до первого поколения вождей Тубо в Древнем Тибете. В те времена люди из глины ваяли статуэтки людей и животных. В середине 7 века, по мере проникновения буддизма, началось развитие техники тибетской лепки из глины.
Рассвет народного лепного искусства пришелся на эпоху правления 33-го царя Ярлунгской династии Тибета Цонгцена Кампо. Тогда в лепке из глины, помимо определенного сырья, нужно было использовать еще один специфический материал – навоз. Сылунг Дзянцзе решил учиться изготовлению масок из лекарственной глины у своего дяди. Но поскольку его дядя предъявлял необычайно строгие требования только на обучение лепки из глины, у Сылунг Дзянцзе ушло 5 лет. А сам процесс обучения изготовлению маски стал для него невыразимой мукой. Чтобы как можно быстрее владеть техникой изготовления маски из лекарственной глины, уже став ремесленником, Сылунг Дзянцзе по-прежнему время от времени обращался с ветеранами-ремесленниками, узнавал у них различные детали мастерства. После нескольких десятков лет усердного труда он, наконец, овладел уникальной техникой изготовления маски из лекарственной глины. Процесс изготовления маски из глины и трав священный, очень мистический, а техника ее изготовления сложная и филигранная. Для этого нужно копать землю, смешать и приготовить глину, сделать из нее ваяние, а также проделать более 10 других операций. Инструменты для производства маски преимущественно самодельные и деревянные. Сылунг Дзянцзе продемонстрировал весь процесс изготовления маски из глины, трав, лекарств. Для изготовления маски из лекарственной глины прежде всего нужна сама глина. А для приготовления глины используется глинозем и вода, источник которых находится в горах на высоте более 4000 метров. Сылунг Дзянцзе берет глину и воду с горы Сюнглунджага в уезде Нянгронг. По народным преданиям, на этой величественной и крутой горе вершили свои деяния многие бодхисаттвы, поэтому слава о ней распространилась по всему Тибету. Гора Сюнглунджага находится всего в 20 километрах от уездного города. Однако несколько десятков лет назад, когда не было автомобилей и других транспортных средств, Сылунг Дзянцзе тратил сутки, чтобы набрать воды с горы и вернуться обратно. За землей и водой Сылунг Дзянцзе отправляется в гору Сюнглунджага каждую субботу. Мастер рассказал нам, что только здесь, на этой горе, есть самые подходящие вода и глина для изготовления маски.
Последние годы у Сулун Дзяндзе проблемы со здоровьем. Всякий раз, когда ему нужно отправиться за водой, кто-либо из членов семьи отвозит его к подножью горы. Но даже так, после этого ему все равно нужно идти пешком около 3 часов, чтобы добраться до источника. В соответствии с традиционным религиозным ритуалом, Сылун Дзяндзе может набрать чистую воду с горы только после того, как монахи зачитают буддийские каноны. Когда-то дядя Сылун Дзяндзе сказал ему, что получить воду хоть и не так просто, но этот процесс помогает успокоить собственную душу. Глина, которая нужна для изготовления маски, находится на другой стороне горы, неподалеку от источника воды. Однако погода на горе Сунлунджага меняется бесконечно и неожиданно. Только что чистое и прозрачное небо в мгновение ока сменило снежная буря. Из-за этого глина стала сырой, использовать ее нельзя. Сылун Дзяндзе решил прийти за глиной на другой день. В другой день Сылун Дзяндзе вместе с родственником и учениками вновь отправились в гору Сунлунджага. Он рассказал нам, что при изготовлении маски из лечебной глины, глину можно разделить на каолин и краснозем. В соответствии с традиционными взглядами тибетцев, глина делится на женскую и мужскую. Каолин или белая глина, женская, она не очень вязкая, маска из нее получается сравнительно ломкой. Краснозем, глина мужская, довольно вязкая, маска из нее получается твердой и массивной. Опытный мастер по изготовлению масок в определенной пропорции смешивает каолин и краснозем. Таким образом, маска получается прочной и может храниться на протяжении очень долгого времени. Добытые в горах вода и глина – это лишь базовое сырье для изготовления маски. Самой важной частью процесса изготовления являются тибетские лекарства и целебные травы китайской медицины. Провинция Сычуань с ее обширной территорией, сложным рельефом и подходящим климатом представляет необычайно богатый источник целебных трав. За это она снискала славу родины лекарственного сырья. В южных и западных районах провинции Сычуань только целебных трав китайской медицины насчитывается несколько тысяч видов. А на высоте более 3000 метров над уровнем моря произрастает более 300 видов тибетских лекарственных трав. Для изготовления маски нужно больше 100 разных редких тибетских трав и трав китайской медицины. Апрель – самое подходящее время для сбора кордицепса китайского в южных районах Сычуани. Поскольку цена на это растение постоянно растет, многие бросают свою работу и отправляются в горы на его поиски. Однако сейчас также наступил сезон роста для самых разнообразных лекарственных трав. Как и в те давние годы, когда его дядя передавал ему свои знания по медицине, Сылун Дзяндзе также часто берет своих учеников, когда отправляется в горы на поиски лекарственных трав. Собирая травы и идентифицируя их, он передает знания своим ученикам. Тибетские травы и целебные травы китайской медицины нужно собирать в разные времена года и в разных местах. С непрерывным изменением погоды многие травы становятся найти все труднее,
И иногда Селон Дзянзе приходится покупать редкие травы у других людей. После того, как все лекарственное сырье собрано и подготовлено, глину нужно просушить, просеять и отшлифовать. Чем тоньше отшлифована глина, тем лучше. Селун Дзянзе достал небольшие весы, взвесил тибетские травы, благовония, а также священную бирюзу и красные кораллы и добавляет их в соответствии с определенными пропорциями. В процессе изготовления маски из лекарственной глины это самый важный этап работы. В рецептуре глины с травами нужно непременно соблюдать строгие пропорции. Ни в коем случае нельзя дозировать содержимое самовольно. Если дозировка правильная, то маска будет источать приятный запах, который можно почувствовать даже издалека. При неправильной дозировке от нее будет исходить очень неприятный запах.第一个就是泥土，第二个就是水，矿泉水，第三个就是呢，这个中叫神物，第四个就是呢，藏药，第五个就是呢，中草药，第六个就是结香物，这个叫矿石矿物，就是这个怎么六个组成的？山上长起来的草就是中草药，草药也就是完全说是草药，红极天为主的草药，六十多种，藏药完全成完了，形成了药。 假如说你珍珠70万，就是完全可以吃的藏药。这个藏药意思就是呢，不含一点都不含稀有的，完全是长出去的。叔叔给我就是呢最后的交代，这个病例一定要注意，这个病例不注意的话，对人类就是呢出坏事，不出好事。 Селун Дзянзе и его ученики, взяв в руки камень, начинают неторопливо стучать по сырью, до тех пор, пока глина и размельченные травы лекарства не смешаются в одно целое. В соответствии с традиционным процессом заготовления, после того, как глина и травы хорошо смешаются, благословленную смесь ремесленники закапывают в землю на 7 дней, пока она не начнет источать запах. Тем не менее, мы увидели, что Селун Дзянзе не стал закапывать смесь в землю, а положил ее в переделанную жестяную бадью.不成功，那地方附近的这些就是了，你动物来去死了就是了，那就是大官司的问题哦。<笑>我就留底下就是了，弄了一个通通，通通板都把它给了，这个又就把它装起就在毕节或这些了，把它弄去了。只要去的时候就是我一个人来去，有些就是了完全又不行的时候就是了，一大天了就眼睛就眼泪水就出来了，刺激的很，就这种。 В производстве маски из пропитанной лекарствами глинами не применяется техника копирования. Что касается опытных ремесленников, они могут сразу лепить из глины различные макеты масок. Когда макеты готовы, их с помощью специального инструмента, который называют дайвань, шлифуют. У этого инструмента довольно своеобразная форма. С одной стороны он гладкий, а с другой стороны его есть зубчик. Преимущественно такая форма предназначена для того, чтобы мастерам инструмент было удобно и легко держать.
У каждого мастера обычно есть целый набор инструментов разной длины и толщины, чтобы было удобнее вытачивать детали, затирать и уплотнять маску в разных местах. Лицевую сторону маски необходимо полировать неоднократно. Различные виды деревянных инструментов произвольно сменяются в руках Сылун Дзяндзе. И постепенно на маске проявляется облик божества, защитника законов Тхармапалы. Благодаря точному мастерству комок лекарственной глины превращается в маску с изображением божества. Далее маска должна несколько дней сохнуть естественным путем. После просушки важнейший этап работы – полировка шероховатости на маске, а последний же этап всего производства – нанесение красок. В качестве сырья для красок применяются особые природные минералы высокогорья. Такого рода минералы не блокируют запах маски, а современные красители по причине тяжелого синтетического запаха не позволяют маске в полной мере проявлять свой аромат.有些在这个就是了上很高很高一头的，可能在这个佐木拉玛峰啊这些地方就比较多，这个卢梭斯，还有红的这个石头，还有这个黄色的石头，这些全部都是矿物，这些拿起来了过后就是了机芯毛，毛了过后就是了水土刨。 Инструментами для нанесения красок являются кисти для рисования, щетки и составные кисти. В Тибете кисти для раскрашивания масок мастера изготавливают сами. Для кончика кисти по большей части используют мех белки. Однако самый лучший кончик кисти получается из меха особой скалистой белки, которая обитает в Цинхае Тибетском Нагорье. После того, как краска на маске высохнет, мастер на заднюю ее часть наносит текст священного канона. Внутри маску также украшают буддийскими сутрами длиной около 3 сантиметров. В роду Сылун Дзяндзе в качестве семейного знака отличия на масках из лекарственной глины наносят рисунок в виде скорпиона. Для изготовления маски из лекарственной глины требуется по меньшей мере 12 дней. Когда маска готова, нужно обратиться к буддийским монахам высшего ранга, чтобы они благословили их молитвой. Готовую маску можно повесить в местах, где проходит повседневная жизнь людей, независимо от того, какой религиозной секте они принадлежат. Маленькие маски можно носить с собой, ведь благодаря содержащимся в них тибетским лекарствам они не только источают специфический аромат, но и убивают микробов, отпугивают москитов и очищают воздух. Сылун Дзяндзе больше всего переживает о том, что ему некому передать свое ремесло. Учеников у него очень мало. Вместе с подмастерьями сейчас во всем Тибете не больше 20 человек занимаются изготовлением тибетских масок из лекарственной глины. Сам Сылун Дзяндзе не хотел бы увидеть, как перешедшее ему от предков ремесло после него канет в лету. Вот и я чуть-чуть
按照年间的要求，把这个过去古印度的这个做法和古西藏的做法风格一点都不能变，它的风格，这个第一个要求。第二个要求就是呢，必须要把这个牌坊，就按照它的意，就是按照它的这个就是文字依据来走。 Следуя правилу передавать ремесло только родственникам своей семьи, Сылун Дзяндзе отыскал своих племянников, чтобы передать им свои знания. Чтобы научиться изготавливать маску из лекарственной глины, нужно как минимум 10 лет. Два его племянника учатся у него уже 6 лет, но они еще не касались самого важного звена во всем технологическом процессе – лекарственных рецептов. Дзяндзе, мы Сылун Дзяндзе объясняет, что только точная дозировка в рецептах позволяет маске благоухать, а если совершить даже малейший промах, то запах будет нестерпимо скверный, к тому же такая маска навредит здоровью. Поэтому передавать знания о лекарственных рецептах нужно непременно ученику достойному, соответствующими природными задатками, с чистыми помыслами. Уже долгое время Сылун Дзяндзе ищет подходящего ученика, которому он мог бы доверять, ведь он хорошо понимает, что если даже его ремесло и находится на грани вымирания, нельзя так просто передать другому человеку лекарственные рецепты, от которых зависит безопасность жизни. 以前的留下来的这个就是文化财富，精神和文化财富。我们首先这样子流失了过后，就这个就是责任问题。他们不考虑这个问题，他们就是要考虑就是这钱，就钱。好，今天挣得到30-40块钱，明天挣得到5-6百块钱就行了。 На протяжении многих столетий существования маски из пропитанной лекарствами глины предки передавали потомкам не только древние секреты ее изготовления. В большей степени они передавали им свои человеческие качества, свои чувства. Но когда искренность и порядочность преемников утрачены, маска становится всего лишь ремесленным изделием. Ее истинная ценность пропадает.